Еще хочу я рассказать вам анекдот про самый вот вроде бы безобидный таз. Но это не анекдот, это случай из жизни. Но откуда, как говорится, рождаются анекдоты? Был такой случай с моим другом. Вот обыкновенный таз. Ну и рассказывает он мне. Прихожу я к другу выпить, значит. Ну, сидим, выпиваем, вроде бы как. Пили долго и много. Потом, значит, падаю, говорит я. И, говорит, вырубаюсь. Глаза открываю. В раю. Все розовое вокруг. Что такое мне? Оказывается, когда падал, ну, этот у меня желтый таз, а у него был розовый. Таз на башку его упал. И он глаза открыл под тазом, все вокруг розовое. Говорит, ёпта, я в раю. Пока не пошевелился, рай начал двигаться, сообразил, что его тазом накрыло. Таз слетел со стола и на башку ему упал. Вот такая вот история из жизни превращается в анекдоты. Спасибо, кому понравилось, лайкайте.